вырвать зуб. Прямо сейчас мы сюда пригласим врача, проведет полную анестезию и вырвет передний зуб. Вы хотели шоу? Держите. Ладно, беру свои обратно, п***у мне на мои волосы. Подумай, это только штифт. Ну, пока и сядь вначале. Два укола анестезии и по 0,5. Все равно будет чувствительно и больно. Останавливайся в натуре, блять, это пиздец. Нет, сейчас я подумаю. Не, ну там же есть же прикол такой, то что я там его в течение какого-то времени могу уже вставить обратно. Если вырвешь зуб, ты его не вставишь. Ты только можешь после этого сделать себе имплант. Ты вкручиваешь себе штифт, после этого он приживается полгода, потом тебе наращивают зуб. Я говорю, верно? Все верно. Я зубной. Ты будешь без зуба полгода. Вспомню изначально, например, первый сезон. Знаете, чем он был потрясающий? Приходили маленькие, наивные девочки и мальчики, и они тряслись от вида паука. И именно вот этот момент, когда перешагнуть и попробовать сделать что-то, реально было страшно. Сейчас, спустя 6 лет, мы официально собрали всю аудиторию России по самым фрикам. Но стоит ли это того? Тебе нужно просто понять, ты для чего сюда пришла? Не знаю. Не знаешь? Побудь сама с собой. И я через минуту у тебя спрошу, да или нет, договорились? Минута тишины. Твое решение? Нет.